Хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять? Нет времени, и все против тебя? Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. «Автор 24. Помогаем учиться». Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Эй, эй, Никаких проблем. Ты ничего не нарушил? Что это у нас такое? Добрый день, офицер. Это как... Хорошая погода, да? Дождь. Дождь прекрасен, да? Заткнись, мусор. Ты же знаешь, что это мусор, да? Ну, я... Ты же знал, что это мусор? Окей. Если бы я взял большой зиплок и кинул туда мусора... Был бы ты. Почему меня остановили, сэр? Тут я задаю вопросы, мусор. Ясно? Простите. Знаешь, почему я тебя остановил? Нет, я понять не имею. Потому что Мексика... В смысле, потому что ты нарушил закон. Знаешь, с какой скоростью ты ехал? Я точно скорость не превышал. Ограничение 25. Ясно? Ты ехал 125. Черт. Это на 100 больше, чем 25. В математику можешь? Ну, в математику цифры узнаешь? Ток-ток. Кто там? Ты, мусор. Смешно, бро. Это моя шутка. Понравилось? У меня была идея еще найти таких смешных копов. И основать комедийную труппу, типа, чтобы стендапы давать. Но у нас будет не стендап-комедия, а стендап-копедия. Че, херня какая-то звучит. Вышел из машины, мусор. Живо. Ладно. Вытяни руки. Ты арестован, дружище. Ты имеешь право молчание хранить. И все, что ты скажешь, ну, типа, будет использовано, ну... Ну, короче, пофиг, да? Застегнули туго, сэр. Даже не думай жаловаться. Слышь, ты знаешь, насколько туго эта фуражка? У меня намного туже, чем фуражка. Я тебе отвечаю, что фуражка намного туже, чем наручник. Давай я попробую фуражку, а ты попробуешь наручник. Ну, давай поменяемся, давай попробуем. Окей, так, я уверен, ты гонишь. Так вот. Ты не про фен, Дена. Чтобы волосы не мешались. Слушай, она и правда жмет. Ты прав. Отстой, я же говорил. Давай я тебе помогу. Да, очень тугие. Отстойно в них, да? Я же говорю. Знаешь, что неудобно? Этот ремень с кобурой и всем остальным. Почему? У меня об жопы бьется постоянно. Я бы убил за ремень. Ты видел, как у меня что-нибудь спадает? Хочешь пример? Я сниму его с тебя. Да, давай, снимай с меня. Давай, снимаю. Давай, рассказывай. Я понял, о чем ты говорил. Неудобно, да? Не совсем удобно. Ну, хорошо. Ну, клево, да? О, у тебя пистолет. Да, клевый пистолет. Это мой любимый пистолет. Ладно, да. Клево, она даже работает. Ладно. Клёво. Ладно, да. Крутяк. А теперь убери его. Ты ещё как гангстер выглядишь. А, сфоткаешь меня для жены. Вот этот надень, последний штрих. Да, так я буду похож на реального гангстера. Так, смотри на меня. А так? Тебе надо выглядеть позлее. Будь злее. Нормально было? Давай ты будешь поворачиваться, а я сделаю лайв-съёмку. Просто классика. Классика. Теперь можешь ты меня поснимать. Окей. Да, давай сюда. Готов? У меня же есть оружие, чего я притворяюсь? Знаешь, что тебе не хватает? Не хватает значка. А, можно? Бери. Я его одолжу для фотки. Бери. Так, хорошо, спасибо. А теперь ты как настоящий полицейский. Прицепил его на себя? Ну, все, теперь ты коп. Поделай какие-нибудь пост. Да. Да. Это тебе куча подписчиков приведет. Мы с тобой на самом деле так похожи. Я не заметил. Возьми усы. Это не настоящие усы. Ты шутишь? Копы никогда не носят настоящие усы, брось. Офигеть, я не знал, можно я... Примерь. А теперь ты похож на копа. Как я выгляжу? Мы с тобой реально очень похожи. Ладно, давай меняться обратно. Заткнись, мусор. Ты не расслышал? Ты мусор. Чё? Смотри сюда. Слушай. Чё? Коп. Я коп. Ты чё? Я тебя посажу. Прикалываешься надо мной? Ты похож на шутку? Ты мусор. Так, короче, мне не до твоих тупых игр. Давай возвращаем фуражку. Не разговаривать. Запрашиваю подкрепление. Тут герой. Не слушайте его. Это моя рация. Заткнись. Ты прикалываешься надо мной? Быстрее. Нужна подмога. А как вовремя? Это мой напарник, теперь ты точно попал. Эй, чё как дела, офицер? Заткнись, мусор. Чё ты его слушаешь? Это же я, твой напарник. Да ты чё ему поверишь? Проси меня, что только я знаю. Чем я по жизни занимаюсь? Ты коп. Видишь, это я. Это мой братан. Жесть какая, не верю, что это происходит со мной. Но я пойду, короче, там дальше делать всякие полицейские дела. Разбираешься с этим мусором? Окей, спасибо. Давай, разберусь с этим мусором. Эй, он же сейчас идет, это же преступник. Давай, прокатимся, мусор. Сейчас, подожди секунду. Ты раньше на себя надевал наручники? Не, на самом деле ни разу не пробовал. Очень жмот. Вряд ли так же, как эта фуражка. Хочешь попробовать обменяться?
Да чё, мне будет весело, клёво.